М и сердечко. Правильно, Милана Филимонова! Поехали! Хей, привет! Да-да, ты! Я жду именно тебя на своем сольном концерте в Москве! 15 октября, Москва, Крокус, фейерверки эмоций, классное шоу, любимые песни и многое-многое другое. Я надеюсь, ты будешь кричать громче всех. Увидимся! Всем привет, вы на канале Family Box Vlog, с вами я, Кучеряшка. Короче говоря, давно не было такого влога, когда мы рассказываем целый день, что мы делаем. Давайте попробуем сегодня подробненько рассказать, посвятить в наш день. Наше утро начинается с того, что мы снимаем видео для канала Милана Тут. Кто еще не знает, у Миланы есть свой канал, ссылка в описании, там много интересных подробностей про ее концерт. Именно там, только там мы снимаем, как она выступает. Поэтому приглашаем вас туда. Пойдемте посмотрим, что мы снимаем. Погнали! Вот эти вот браслетики вы сможете приобрести тоже на моем сайте контакте. Такие красивые колечки, вот такие вот браслеты идеально красивые. И браслетки уже даже сейчас сделаю. Вот это поворот! Немножечко съемок, ну а теперь мы уже мчимся. Милан, помаши ручкой. Мчимся мы куда? Мы мчимся на сегодня сводная репетиция для наших двух танцев, которые мы совсем скоро будем вам показывать на шоу, поэтому едем, смотрим. Давай, говори, что ты будешь обедать? Что ты будешь обедать? Чем? Ну, бол и что-то еще. Пока Милана будет заниматься, я буду заказывать ей еду. Вот такая вот экспресс-доставка. Ого, слушай. Возьми мне тогда, пожалуйста, на свой выбор. Что такое? А почему все молчат и никто не говорит привет? Здравствуйте! Иди танцевать! Я не знаю Арина, здравствуйте. Здрасте. Арина, здравствуйте. Жуткие пробки. Мы боимся, что опоздаем. Наши полномочия все окончено. А тут папа. Понятно. Да нет, все уже, все нормально. A few moments later. Короче, мы в гримерке. Милана подписывает самолично фотографии для мьюзик-бокса. Их потом будут разыгрывать или раздавать, я, честно говоря, точно не знаю. Милана сейчас подпишет свои фирменные. Давай, показывай, как ты это делаешь. М и сердечко. Любовь. Подожди, еще Ф в сердце. О, да? Вот. Подожди, раньше по-другому было. Нет, М. М. Сердечко. Ф, помнишь? Нет, Ф было по-другому. Было М, Ф и сверху сердечко. Ну да, просто так удобно писать. Ну, типа, одинаково получается, просто удобно писать. Милана на гриме. Блогер и певица с многомиллионной аудиторией, которая вскоре представит свое большое влог-шоу в Vegas City Hall. Это будет одно из самых незабываемых событий осени. Итак, вы уже догадались, кто она? Готовы? Ну. Правильно, Милана Филимонова! Поехали! Погнали! Поехали, поехали, поехали!
прям громче крикнула. Кто я не слышал? Но мне кажется, тут очевидно. Конечно, эта сторона побеждает в этом раунде. Погнали дальше тусить. Всем спасибо, всем, кто пришел, всем, кто поддержал. Мы сейчас пришли в кафешку кушать в торговом центре. Пошли наверх. Сейчас заказали себе какую-то корейскую еду. Посмотрим сейчас, что нам принесут. Вот он, собственно, прошел наш день, чтобы вы понимали. Утром съемки, в обед танцы, вечером выступления. Здравствуйте! Благодарю за внимание. Смотрите, что у нас тут. Короче, в торговом центре есть зип-лайн. И девчонки хотят узнать, может быть, можно прокатиться. Девочки, вам страхово? Очень. О май гад. О, я не верю, что они это делают. Отец. Немножко. Капец! Капец ты отец! Капец я отец троих детей! Пока мы там снимали, наверняка нам уже принесли еду, и я очень, по крайней мере, на это надеюсь. Сейчас пойдем. Красота-то какая! Приступим к ужину! Это было страшно? А тебе, Арин? Мне было страшно, что мне эта штука руки пробьет. Я думала, что у тебя из-за этого ожидаешь, что там такой... Он может все напрет очень сильно, сейчас загорится огонь оттуда. А почему оно жареное, если оно холодное? Его жарит. Да ладно! Мы с Ариной заказали себе мороженое. И нам принесли очень острую еду, поэтому мы ее макаем в стакан. А я утопила покпоки в стакане. Спасибо. Вкусно? Да. Всем привет! Меня зовут Милана. И я приглашаю именно тебя на свое влог-шоу. Долгожданное событие. Наконец-то мой сольный концерт. Мы будем танцевать и тусить все вместе. Тебя ждут самые яркие впечатления, фейерверки эмоций и незабываемая атмосфера. Приходи, я жду именно тебя.